параграфу 3, дополнение 1, мы про уравнения поговорим. Конечно, возьмем мы попроще из них. Да нам и не нужно пока что других. Sx равен x минус x нулевое. Надеюсь, ты помнишь, что это такое. Но можно напомнить, раз память устала. x0 есть по x координата начала. x это по x координата конца. Похоже, две точки морды и лица. И это понятно, одна за другой. Они занимают места на прямой. Sx есть проекция перемещения. Пора уже взяться и за уравнение. Sx получили, что ж, выразим x. Не надо для этого прыгать вверх-вниз. Здесь только сложение и вычитание. И это совсем уж простое задание. x0 переносим справа налево. Знак поменяем, и сделано дело. Теперь, если надо x0 рассчитать, то нужно sx нам справа убрать. Его переносим налево и снова. Знак поменяем, и дело готово. Наверное, способен понять и доцент, на чем здесь нам нужно сделать акцент. Когда переносим что вправо, что влево, знак нужно менять, немудреное дело. Раз это понятно, то двинемся дальше. Допустим, есть частное в нашей задаче. Его мы рассмотрим немного попозже, в разделе «На что оно в жизни похоже». Но как же нам с жизнью связать уравнение? Вот предлагаю такое сравнение. Разные в жизни стороны есть. Тело и дух, правда и лесть. Учеба и отдых, спорт и вино. Есть две стороны, но одно только «но». Все то, что слева, с плюсом берется, справа тебе в минуса отольется. То, что нам кажется приобретением, с другой стороны, бывает потерей. Сумел умножение дохода добиться, с другой стороны, придется делиться. Но если с кем-то поделишься ты, умножишь доходы с другой стороны. Это сравнение, конечно, не точно, но ты экзамен сдавать должен срочно. Так что не думай про точность сравнения. Авторешайка, ты уравнение. Повыражай из них, что тебе надо, и лучший балл тебе будет наградой. Время убавь ты от развлечения, чтобы добавить на обучение. Отдыха время ты раздели, чтобы умножить занятия свои. А в общем, при сдаче любого ЕГЭ такой вот совет пригодится тебе. В экзамене главное не волноваться, быть очень спокойным и с духом собраться. И как бы ни сдал ты любой результат, годы на пользу тебе обратят. У каждого в жизни дорога своя, ее проследишь ты лишь годы спустя. Когда посидев, обернешься назад, и так пока живы мы, как говорят, глаза подними и вдаль погляди, наш главный экзамен еще впереди.